Я не знаю, что за говно, я только знаю, что я тебя не бил, это просто фантомные боли. Знаешь, есть такое понятие? Фантомная боль. Это когда непроизвольно сокращаются мышцы там, где ты не ждешь, и получается пиздюлина. Вот и все, вот это просто, это объясняется очень просто, блядь. Это боль, но только фантомная, да-да-да, я понял. Фантомная боль. Блядь. Знаешь, это как в Южном парке. Плохо, если Кенни не убьют. Вот, если Кенни не умирает вначале, значит, серия не удалась. Вот так у нас с тобой, к сожалению, примерно. Но ну, давай расскажи кратенько, что мы сегодня делаем. Короче, ребята, сегодня обещает быть серия очень угарная, потому что в GTA Online появился Бэтмобиль. Мать его, мобиль. И мы сегодня себя будем чувствовать в роли Бэтмена. Бэтмена. Слушай, а ты можешь, кстати, переодеться. Я, если что, маску тоже какую-нибудь хэллоуинскую, может быть, бэтменскую. Да, мы смотаемся, конечно. Мы безусловно, смотаемся. Что-нибудь себе А, подожди, а что прикупим? У нас же, по-моему, все есть, да? А тачка у нас, называется Vigilant. Это, между прочим, по-моему, так называлась раньше Vigilant 8, игра на PlayStation 1. Про машинки разные. Современное общество на грани распада. Короче, 3 миллиона 750 тысяч долларов. А что бы мне убрать? Бронированная курума мне нахуй не упала, я думаю. Давай заменим ее. Вот. Отлично. Я купил 3 миллиона 750 тысяч. Плюс сейчас еще куча бабла уйдет на ее рестайлинг. Да, естественно, естественно. Короче, отлично. Но она стоит дорого. Я могу тоже продемонстрировать, конечно, безусловно. Вот, купи ее, у тебя же есть, по-моему. У меня, наверное, чуть-чуть не хватит, я так понимаю. А ты посмотри, Бэтмобиль, да? Да. А давай я сейчас проверю, ну-ка, он его сейчас может закупить или нет? Купить. 3 миллиона... А, выберите недвижимость. Да ладно. Серьезно? Или Эллипстауэр. А, что-нибудь заменить. Заменяй что-нибудь, да похер что, главное заменить. А, у меня какой-то надшарк уничтожен. Ночная акула. Ну, давай заменим. Хранилище для транспорта заполнено. Хотите заменить настоящего в нем? Хочу. Олег, я, по-моему, купил. Да ладно, я купил, мне денег хватило, серьезно, я купил. Я Бэтмобиль купил. Да ладно. Я Бэтмобиль купил, да? Да не может быть, блядь. Вигиланж, ваше новое транспортное средство будет в скором времени доставлено в ваш гараж. Наш гараж, как наша Раша. Наш ты гараж. Хочешь сказать, слушай, что ты взял и купил вот просто так? Я Бэтмобиль купил. Машину? Но у меня, конечно, нихуя не осталось денег. А, но я последнее все потратил. Все, у меня считай, что вообще. Тогда надо захуяриться топорами в честь этого. Захуячиться топорами, это я как бы, ты же знаешь, что всегда за. Кстати говоря, у меня есть еще гаечный ключ. Между прочим. Бля! Какого я? Ебать! Вот это да, ебать, ничего себе, тебя перехуячил с первого раза. Черт. Ребят, я карточку уже купил в тот раз, и вообще я в тот раз обещал, что я куплю тоже какой-нибудь самолет. Но, поскольку я его не купил, а я в этот раз купил Бэтмобиль. У Олега есть Бэтмобиль, у меня есть Бэтмобиль, у нас есть Бэтмобили. Да, у нас есть Бэтмобили, ждем, короче говоря, чтобы они появились. И тогда так, уже а почему будет... мы, Олег, здесь-то, в ангаре-то? Они же давай не в ангаре самолет, же давай появятся. Я сейчас подожду, они появятся, появятся не в ангаре. А знаешь, что мы они сделаем? Я сейчас возьму, позвоню механику. Мне надо в гараж, мне надо в свой дом. Я нам понимаю, возьмем самолет и полетим на бомбушке домой. Давай. Ну, правда, ты имей в виду, Олег, мы там не сядем. Так, наверное, здесь мы там нет. Не сядем. Тут есть? Тут тоже нет. В Аутхаусе есть, Тампа с оружием, инфектумы, хуектумы. Клабхаус тоже нет. Она в Эклипсе должна появиться. В Эклипсе, да, конечно, Эклипсе конечно. Да, я бля. Сказал ей... А, чё, я только-только прекратил с ним разговаривать, тут же появилась моя новая тача. Значит, смотри, я сейчас ее вызову, так, и ты давай. Звони, вызывай. Потом мы сейчас возьмем самолет и полетим к нашим тачкам. Так, ну подожди, ко мне, наверное, она еще не пришла, я так понимаю. Готово. Интересно, а куда он ее доставит? На военную базу допуска, как я знаю. А кто у нас вот этим, блин, занимается? Механик. А, механик. Я так и знал. Угу. Так, давай я... Бля, он ее оставил там в жопе мира, короче. Сейчас я самолет возьму. Эклипстауэр, да. Дюк. Блин, а как она называется? Она называется Виджиланд. Но мне ее еще не доставили, потому что у меня ее в списке нет. У меня Виджиланда пока в списке нет. Тогда ждем. Да, вот, любой... ваш новый был доставлен. Подожди, тогда дай-ка я еще взял раз. Взял и купил дорогущую машину за 4 это ляма. Пиздец. Ты представляешь, да? Вот так нормально. Вот, блядь. Причем спонтанно это сделал. Ты мне сказал, у тебя есть деньги. Я тебе сказал, ну, наверное, есть. Наверное, мне хватит. Есть кэш. Вот, заказать тачку. Бабки. Ну, я заказал. Заказал машину? Я заказал себе машину, правда, я... Активная гонка в серии, это все не то. Так, ну что, тогда мы что делаем? Я сейчас беру маленький самолет, ну, какой у меня там небольшой есть, там дельтаплан или еще что-то. И давай. Мы с тобой полетим
за нашими тачками. Давай, они, по идее, должны быть где-то рядом. Так, я готов, где ты? Лети, я на взлетке. Я по-мажорному зашел в ангар. Не нахуй. Не спрашивай, зачем. Просто зашел. Это не нужно. Это было очень мажорно, но я, тем не менее, попал в свой ангар. Это абсолютно бессмысленно. А помнишь, это как в сумеречной зоне, да? Захожу в свой ангар, а попадаю в твой. Да, нормально. Да, все нормально. Все, я выхожу. Так, ты взял, да? Да, только тебе придется пробежаться до взлетной полосы, потому что я далековато. Я понял, я сейчас добегу. Военных тут лучше не агрить, лучше не делать это. Лучше этой херней не страдать. Они очень такие ублюдки жесткие, поэтому нормально все. Лучше опрометчивых вещей не делать. Так, ты, я так вижу, там уже что-то пытаешься как-то немножко выруливать, да? Да. Окей, погоди, сейчас давай, будет, ребят. Сейчас будет больно. Бэтмобиль у меня, у тебя. Скажи, на двух Бэтмобилях. Он у меня, да. Знаешь, где? Блин, а я не вижу вообще, где? Пока у меня. Он и пропал, у меня нигде, короче, А, нет, я вижу, у меня на карте есть. У меня на карте, я его вижу. Мне придется либо бамбушку взять, либо... Олег, давай, кто, на чем мы сможем сесть? Или же тогда мы спрыгнем с парашюта, потому что мы там, наверное, не сядем. Я думаю, что мы там не сядем. Сядем, я верю в тебя, Алекс, просто очень дорого будет восстанавливать ее. Присаживайся. А если он... Олег, если он где-то в городе находится, понимаешь, между зданий я лавировать уже не смогу, на бамбушке. Ну попробуй, можешь попытаться, попыточка хули. Ну давай, сейчас. Полетели, нет? Летим? Да, вы второй пилот бамбушки. Летим, хуйня. Бамбушка. Блядь, так она же рядом, у меня авто-то рядом. Где? Вон у меня на дороге оно, видимо, вот там. На дороге стоит машина у тебя? Слева, да. Ну, если верить карте. Покажи просто, где именно, я просто не понимаю. Я смотри, значит, я вот так сейчас разворачиваюсь, как я тебе покажу. Вон она стоит. Вон у меня стоит, вот он. Посмотри внизу. Где? Нет, налево. Налево, слева, смотри. Нету ни хера, бля! Слева. Ты где? Вот, я сел. Куда ты сел? Я сел вот на камешке. На камешек сел? То есть ты посадил бамбушку за 10 миллионов на камни? Да, ну подожди, ну я же ее не разбил. Главное, чтобы она на бутылку тебе не посадила. Главное, что я ее не разбил. Я просто вижу свой автомобиль. Ты что, его уже угнал? Подожди, не угоняй. Не угнал. Нормально. Слушай, взорви бамбушку, потому что я не смогу вызвать машину себе. Бля! Стоп, блядь! Она же реактивная хуета, бля, как Бэтмен на этой говне ездит, объясни мне. Ну, Бэтмен умеет просто ездить. Че, я сейчас сейчас возвращаюсь. Получается, что? Я заказал эту машину, потом взял бамбушку. И машина пропала. Вот. Я немножечко обкатал, все, выхожу, здесь садись. Нормально, да? Она охуенная, блядь! Она просто идеальная! Понимаешь, вот если девушка среди машин, блядь. Среди мало половин, бля. Вот это идеал просто. Ну-ка, она... я посмотрю, давай. Что внутри. Нихера себе. Ты посмотри. Смотри, какая у нее внутри, чё. Ты же охереть, охуеть. Не встать просто. Охуенно. А как у нее реактивная вот эта штука? Ну, так же, как и на той херне. Давай в бамбушку прям въебись. Блин, нихуя. Норм. Охуеть. Ну, это Бэтмобиль, ёба. Это Бэтмобиль, детка. Это Бэтмобиль, ебать. Представь, что ты Брюс Уэйн, только белый. А, Брюс Уэйн, да. Так белый. А ну, давай в бамбушу, давай в бамбушу. Ёба. Ёб твою мать. Слушай, взорви ее, пожалуйста. Мне надо, чтобы ты мне это сам... О, она вырулила, смотри. Кто, я ее выпрямил. Бамбушка? Да. Выпрямил ее, ага. Олег, ты можешь пытаться как-то взлететь, или вряд ли? Как? Взлетать у нас умеешь ты, я умею только умирать, поэтому я не очень гораздо на это. Тут, короче, знаешь, школьники горели, потому что мы не юзали реактивные движки. Реактивные двигатели. Да ты что? Да, пара там была, вот очень маленькая. А что это не юзали реактивный двигатель? Вот так вот писали. Куча ошибок, конечно, я удивлен. Но как не юзали, если мы использовали? Находясь на земле, нажмите L3, чтобы включить реактивный ускоритель. А, может быть... Бля! Нет, все-таки мы его не использовали, я беру свои слова обратно, блядь! Смотри, я лечу на Бэтмобиле! Я лечу за тобой на Бэтмобиле, блядь! Я на крышу сел, смотри! Я сел на крышу, охуеть! Какую нахуй крышу? А ну, давай, взлети, как под покровом. Я на Бэтмобиле, блядь, на крышу сел. Так, Алекс, жди там, смотри. Давай, прыгай. Нет, что такое хуйня? Это будет охуительно просто. Давай, Алекс. Это хорошо было, это было прекрасно. Не, но по сравнению с тем, что я сделал тогда, бля, это просто... Слушай, на горочке она, конечно, взлетает, блядь. Сейчас я позвоню механи и вызову. Да, может быть, мы и не юзали, скорее всего, реактивные двигатели, но, как вы смотрите, вот мы сейчас их поюзали, вот так вот. Нормально, сейчас прокачаем. К самолету уничтожается просто на раз-два, да? Вы видите, как это все быстро происходит. Сейчас будет, он сказал. Давай. Так, садись. Надо будет позбивать. О, смотри, тут что есть.
Слушай, Олег, а если ты газанешь от нее, смотри, становись задом к этой бочке. А, давай. И от нее, типа, ты жахнешь. Я сейчас сяду, подожди. Будет весело. Тихо, бля, тихо. Давай. Я уже вызвал свою машину. Поближе, ты поближе к ней поднимись. Я хочу. Это будет охуительно. Еще ближе, еще прям вплотную давай. Вот так, хуярь. Ой, блядь, нихуя. Так, смотри, так, ты, я сейчас помечу. Я сейчас, давай, меточку поставлю. Моя машина тут рядом. Мы сюда едем, охуенно. Ну, короче, она вон там, вот справа. Тебе надо туда направо улететь. Блин, а че похоцанный он у меня уже такой, смотри, блядь, какой он у меня, блядь, поцарапанный, сука. Я всегда мечтал об Бэтмобиле, он-то охеренный. У него пушки есть, автоматы там, блядь. Направо. Еще крылья должны быть, слушай. Ты направо, ты не туда едешь. Да, но мне показано на радаре, что надо. Я понимаю, но ты же не только по радару. Как тебе сердце подсказывает? Как тебе мысли говорят? Мне подсказывает одно, что если что, вдруг... Просто лети. А можно просто лететь, нахуй. Просто лети. Смотри, как я... Аба, ты легенький, ты хороший. Я легенький, хорошенький, да. Вот, чуть-чуть правее, там моя машина где-то. Вон она внизу, вижу, ты вылетел, нихуя. Я помню. Тормози. Говно, ёб твою мать. Блядь, зря ты так вылетел. Ну, я ж не знал, что ты такой реактивный прям. Ну, я ж, да, я вот, видишь, ну, это же реактивная тачка, ты чё, этой тачке надо дать имя Попердень. Или Попердень, как правильно было? Попердень? Ну, чувака из Саут-Парка, твоего главного героя, зовут Попердень. А, точно, да как, ягода какая. Слушай, смотри, я... Ягода Попердень. Лекарство от запора, блядь. Попердушка. Охуенно. Жестко. Два, блядь, Бэтмобиль. Два, блядь, Бэтмобиля. А каково, блядь, смотри, я поставил их рядом. Смотри, какая охуенная. До и после, да? Типа, два Бэтмобиля, наш магический этот, какой-нибудь там фломастер, который убирает царапины, блядь. Ну и, к сожалению, и срезы плохо видно, блядь. Ну, вот так видно. Да охуенно, смотри, блядь. Два, блядь, Бэтмобиля. Давай где-нибудь взлетим вместе. Одновременно хочешь взлететь? Да. Садись. Так, что мы делаем, смотри. Слушай, Олег, поехали в город. Поехали в город. А как мы туда быстро долетим с тобой? Ну, приблизительно вот так, наверное. Я по воде! Бля! О-хо-хо! Ни хера! А есть крылья у него? Нет, он... А, виноградники! Кого, Медведева? Я виноградника, коллег. Виноградники. Где ты, блядь? Я так понимаю, что урожая в этом году не будет. О-хо-хо, блядь! Я засальтушился. Нихуя. Дорога, смотри, дорога. Я понимаю, я над ней. Подожди, стой. Слушай, я тебе прикол сейчас покажу. Сейчас охереешь. Давай. Я на дороге, ты только выезжай на дорогу. Ну, постарайся. Она такая охуенная, она похожа. Она охуенная, да. Машинка плоскостопия, блядь. Я бы ее назвал, она плоская, как донышко. Так, где ты? Два Бэтмобиля. Вот, Олег, все, выезжай сюда, выезжай. Два Бэтмобиля. Давай рядышком встань. Вот, смотри, вот здесь я взлетел. Вот сюда остановись. А подожди, давай рядышком встань. Стой. А куда встал? Вот сюда. И прямо на ускорителе, короче, взлетай об эту херню. Ты взлетишь красиво очень. Давай на счет три. Раз, два, три. Нихуя! Вот это да, блядь. Ты взлетел? Блядь, я вообще лечу сейчас. Знаешь, я падаю прямо бомбочкой. Нахуй. Нет, все нормально. Ладно, а как мы до города доберемся с тобой? Так на скорости и доберемся. Давай, блядь, только в городе сейчас кого-нибудь, блядь, пагрим. Там копов там. Мажоры, блядь, выехали. Блядь, на Бэтмобиле. А если заминировать друг друга? Заминировать друг друга. Пиздец какой, а. Блядь, у меня что-то скрыли. А, нет, хорошо. Ты все норм? Да, все нормально. Вот ты. Блядь. Нет, только не вода, говно! Бля, я улетел! Нихуя! Как это ты там сделал, блядь? Бля, ты прям в воздухе, блядь, включил эту хуйню, блядь! Я охуел, блядь! Понимаешь, когда машина поняла, что страх искусственный интеллект, чтобы не сдохнуть, видимо, она решила. Блядь, это было круто. Это было прекрасно. Блядь! Ой, блядь. Я не скажу больше. Бля, это было круто, правда. Это было охуенно. Подожди, не пинай меня. Пинай меня. Давай гонки устроим. Давай. А фары есть у этой машины? Сигналка. Блять, нет. Я тачку сбил, блять, на ходу, смотри. Опа! Он, блять, к тачке на ходу сбивает просто, смотри. Смотри, блять. Я бы. Блять. Блять, вода.
Ой, нет, нет! Я стану водопадом. Блять, ты что, уплыл? Ой, не, лети нахуй, лети. Нормально, она выруливает. Давай. Все хорошо, она выруливает. Все вот это, бля. Блять, полетел. Че тебя к воде так тянет, а? Сука. Нормально все. Так, все. А, бля! Не-н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 е. Там водопад, давай все-таки доедем как-то до города. Подожди, подожди, я еще еду, бля, все говно, она в говно. Жми ускоритель. Как, все, уже поздно, уже утопил ее. Бля. Давай вызовем тогда еще раз ее. Давай. Слушай, а ты с водопада когда-нибудь прыгал здесь? Ну, вон, смотри, водопад. Так или на машине? Ты можешь выйти из тачки и прыгнуть в водопад. А собьешь меня? Сбей меня красиво. Я вряд ли. Блять. Ебануться нахуй. Давай, 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 давай. Сейчас я же. Александр, мне немножко по. Че ты делаешь? Ты пальцем покажи. Тут машина стала, тут машина мешает. Я вижу. Я вижу, вижу. Ну ладно. Ты расплющил меня просто в говно. Серьезно, что ли? Я тебя убил? Блять, а я только не заметил. Сука, нет, водопад! Нет. Машина все-таки, ну, боится воды, походу. Так, восстановимся. Моя пока не боится, смотри. Моя еще живет. Да. Мало того, я тебе больше скажу. 20 тысяч, суки! Она не просит 20 косарей за возрастание. 20 тысяч у меня есть, конечно, но только на один раз боится от рождения. Это больно дорого, нахуй. Чего-то так мало-то у тебя денег. Все потратил же. Все, что было, блядь, нажито непосильным трудом, все потрачено, блядь. Ну, а потрачено. Потрачено? Потрачено. Олег, смотри, где я оказался. Ты не скажешь мне, как я вообще сюда попал? Я не знаю. Сейчас я заберу свою машину, она где-то... Вот она возле меня. Шикарно. Ты вообще не поверишь, если меня увидишь, где я. И главное, как я так ровненько здесь стал. Ты в какую-нибудь ебучку залез, да? Я в ебучку полную залез, ты меня на карте видишь? Нет. А должен? Должен видеть. Должен. Я сзади. Вот, правильно едешь. В правильную сторону едешь. А, блядство, канеблядство. Ты где? Ты в водопад залез? Вот, стой. Блядь, ты на острове. Хули там делаешь? Давай, лети отсюда. Ого! Слушай, а я понял, знаешь, что сделаем давай? Ты будешь ускоряться на мне навстречу, у меня же подъем, ну, спереди за ужин. Так. Блять, и ты взлетишь охуенно. Или давай я так сделаю. Давай. Как хочешь, как удобно. Сейчас я только, подожди, спущусь вниз. Давай. Хочу посмотреть на это. Это пиздец. Слушай, она пока не убивается. Может, я сейчас, конечно, накаркаю, но пока она живет. Я немножко в дерево застрял, Бэтмобиле, блядь. Лети, хуетенечка, лети. Еще бы одеться, блядь, нахуй, как Бэтмен, а? По-моему, тут нету бэтменской одежды. По-моему, нету, да. По-моему, блядь, нету. К сожалению, опять-таки. А было бы угарно. Воу-воу-воу-воу-воу. Бля. С помощью так, давай, взаимодействия предложите посоревноваться. Нет, не надо. Хочу пока. Я готов, Олег, давай. Ты там что? Сейчас я вырублю. Нет. Блин, она вообще не бьется. Я вот сколько тут расхерачивал, она вообще ни одного удара. Так, значит, смотри, взлетай, у меня ровно, у тебя покоцано. Я сейчас отъеду, давай. Ты должен четко на меня в лоб ехать. Давай. Вот я стал. Только четко в лоб, я боюсь, что, может быть, и не получится. Попробуй, четненько в лоб давай. Разгоняйся! Блять! Так, подожди-ка, что-то не получилось. Водопад. Блять! Водопад! Нихуя. Слушай, чё мы, блядь, прикопались до водопада до этого? Поехали в город. Да. Надо бы. Надо бы в город, да. Где ты? Я прям в дерево. Я в дерево врезался. Ты уебался где-то? Слушай, у меня машина вообще не бьется, прикинь. Какой-то чип, наверное. Она даже и не царапается. Она даже не царапается, посмотри. Ты видел, сколько я летал уже? А ты смотри, в каком состоянии мой автомобиль. Становись рядом, давай гонки один в один. Давай, сейчас вот тут, блядь, помешала машинка просто маленькая. Куда ты пытаешься объехать, дурить? Смотри, что делает, а? Сейчас я ему ловлю пиздюлей, смотри. Сейчас я выйду, я подниму заслонку, дам ему пиздюлей по щам. Бля! Слушай, а подожги меня или машину подожги какую-нибудь. Давай, я так и хотел сделать, честно говоря. Подожди. А он уехал, да, этот придурок? Сука, собака. Ты хочешь меня поджечь сейчас? Не-не-не, я хочу на автомобиле. Давай, подожги. Так меня подожги. Блять, сори. Машина, конечно, топовая. Давай. А, не, они пофиксили это дерьмо. Уже не работает, да. Жаль. Оно уже не работает. Может быть, на НПС-ку работает? Бля, ты куда летишь-то, ёпта? Ебаная хуйня летает. Теперь по всей карте, блять, хуя. Вернись на базу. Воу, вода! Слушай, я дамага вообще не получаю. Да?
это прекрасно. Ну, кстати, это-то даже хорошо, в принципе. Блин, машина за 4 миллиона, ну охуеть можно. Блять, она в воздухе летает, ты прикинь? Она, блядь, взлетает в воздухе прямо. Ну, на реактивную в этой штуке, я имею в виду. Ну, естественно, а как же иначе? Это же произведение искусства. Таких машин мало. Знаешь, что я предлагаю? Я предлагаю смотаться за масками за какими-нибудь. Или, может быть, куда-нибудь магазин одежды. Слушай, я реально дамагу не получаю. Без прикола тебе говорю, я в лобовую херачусь. Ты же оттуда уехал, зачем ты обратно туда поехал? Нет, я просто не хотел воду больше. За масками хочешь? Сейчас посмотрим. За маска. За маска из Дамаска. Ну-ка, Алекс, ты не уезжай. Ты хочешь его по пердень сделать? Давай спереди и сзади. Давай спереди и сзади его. Давай. Я сзади газону. Смотри, что он делает. Блядь, смотри. Опа. Нахуй снос, блядь, ты угнал. Ой, блядь, сука. Да что опять этот гребаный, блядь, водопад заебал? А, водопад! Сука, водопад! Бля, подожди, не умирай, блядь. Не умирай, сука, не умирай, говно. Я сдох. Ты понимаешь, что я сдох? Или не понимаешь? Ты сдох в автомобиле? У тебя автомобиль сдох? Машина моя сдохла. Машина твоя опять сдохла, а ты все орал и хвастался, она не умирает. Блин, а она, кстати, не билась, реально. Вот, без прикола. Это была тачка, которая не билась. Самое забавное, что мой автомобиль еще цел. Да, вот это самое забавное! Давай прокачаем их, давай без глупости, серьезно. У меня денег нет. У меня денег нет. Мою прокачаем, давай. Давай твою тогда прокачаем. Так, Олег, а ты где? А, вот вижу. Все, я больше ускорелку не включаю, подожди. Так, Виджилант, давай. Кабрио, нахер мне кабрио. Нахер мне кабрио. Не, дури! Что ты там делаешь? Вырулить не могу из этой ебучей, блядь. Что ты там творишь-то, блядь? Видел, как я летаю, нахуй? Пиздец, я сейчас разобью, я тебе серьезно говорю. К сожалению. Блядь, ей похуй, реально. Ей правда похуй. Блядь, Бэтмобили, ахуе. Так, подожди. Все, я поехал в город тогда. Тогда веселись, я в город, да? Ты в город поехал? Да. Я за тобой. Нет, я... Ну я ж тебя на карте-то вижу. Я тебя быстро, блядь, догоню, нахуй. Давай, попробуй. Смотри, я лечу прямо за тобой, смотри. Давай, я по земле, ты по воздуху, давай. Давай, сейчас попробуем. Тут только тут машина, подожди, я... Надо сделать челлендж от первого лица попробовать. Ты знаешь, это очень сложно. В таком автомобиле это вообще очень сложно. Бля, что-то было. Бля, ты улетел? Нет. Тут водопадов нет, так что бояться нечего. Эта машина боится воды. Охренеть. Охуеть у нее. Вон ты, я тебя практически... Блядь, я просто врезался. Я просто немножечко там, но врезался. Я вот сколько врезался, смотри, у меня лобовых нет. Я лечу. Блядь, куда, не в ту сторону? Куда, что? И у меня машина полетела не в ту сторону, Алекс. Бывает. Ее надо прокачать, реально. Хорошо так качать, сеть бабки у нее. Надо, да. Там какой-то челик стоит, смотри. Бэтмобиль. Челик! О, нихуя. Я Михаила Чё убил какого-то. Миша убил? Миша, не надо хуйней страдать, Мишутка. Я убил Михаила. Мишаня. Какого хера ты стоишь тут, Мишаня? Так, я почти тебя догнал. Прикольно. Кстати говоря. Я же дурачусь, веселюсь. Я понимаю. Веселись, организация везет груз с оружием. Ну, я так счастлив, блядь. Не, ну Бэтмобили охуенные. А ребята, мне мотоциклы нравились. Мотоциклы хорошо летали. Мотоциклы классные, да. Да. Два, блядь, Бэтмобиля. Ну как так это вообще? Я уже в городе, а ты где? Я вот прямо за тобой еду. Я еду прямо за тобой. Блядь, Келик. Келику не повезло. Ты увидел тот Гелендваген несчастный, да? Нет, это я его еще раз бил. Ну если это был все тот же, я правда не... Бля. Хуя. Блядь, а мы куда едем-то вообще? Мы куда едем? За масками? Да. Ты же хотел за маску. А, правильно. Ты хотел за маску, блядь. Обмазаться, да, замазочка. Берите и обмазывайтесь. Так, сейчас. У меня автомобиль, он, блядь, настолько скоростной, что у меня игра, блядь, не успевает за Бэтмобилем. Серьезно? Да, серьезно. Немножко лагает даже. Не, нормально вроде. У меня игра вообще не успевает за Бэтмобилем. Ну, Бэтмен же хули быстрый, ты знаешь же. Бэтмен вообще умеет, да, блядь. Маски, давай посмотрим маски. Причем, блядь, везде, видимо. Монстры, зомби. Что у нас тут есть? Зомби. Новенькое что-нибудь есть? Блядь, я проехал. Лыжные маски, монстры.
Нету. Есть что-нибудь новенькое? Может, хэллоуинское, что надо? Заголовные традиционные преступления, клоуны, байкеры. Зомби. Охуенно, блядь. Вот это охуенно, а? Вот это я понимаю. Есть на блядь. День Святого Валентина. Хэллоуинских я не вижу. Лыжные маски есть. Монстры, пакет. Пакет надо? Пакет надо. Пакет у нас есть, блядь. Пакетик надо. Ты кто, балаклава, байкер или клоун? Или традиционное запугивание? Тут просто вариант, какой хочется выбрать. Ты кто по жизни, да? Обоснуй, вопрос блядь. Так подошел, задал, да, вопрос? Ты кто ну, по есть, жизни, ты блядь? Кто там? Клоун? Животное, клоун, монстр, зомби. То есть варианты до хера просто. А прикинь, так сказать, да я животное, блядь, по жизни. По жизни зверь, нахуй. Че у тебя такая мятая, блядь? Смотри, у меня чисто, нахуй, даже пылинки. Даже пылинки нет, блядь. У меня стекол даже нет тачки, блядь. Сука, пиздец. Ты угандошил ее просто. Это бэушная машина уже какая-то просто. Я ее просто убил. Тёлочка, смотри, какие у нас клевые, блядь, автомобильки. Не хочешь? Не хочешь что про... прогуляться не хочешь? Зачем ты ее втащил? Слушай, а стань задом к продавцу и газони. И передом ко мне, да? Газони на продавца, попробуй. Давай сейчас. Сейчас я отгоню машину. Я тоже газону рядом с ним. Вон люди стоят, смотри, можно туда. Можно не продавца. Не, на продавца боюсь, что не подействует. Давай я лучше на людей. Только подожди, пока не сбивай их. Не, так я впереди стану, припаркуюсь. Ай-яй-яй, они согрелись. Да похуй. Блять! Нихуя! Нихуя! Смотри, какой я, блядь, оставил, блядь, после себя. Ужас какой. Я после себя оставил ужас. А если в лобовушечку? Пробуй. Я ж не нажал. Яраси, блядь. Нихуя. Так, а где их прокачивать? А там люди, смотри. Так, ну что, ты хочешь прокачать, серьезно? Да, Lost Customs. Смотри, чувак, стал в живых остался, встал, что-то мне, блядь, наговорил, мне нелицеприятный ушел. А что такое антимойка? Не знаю. Что грязное, блядь. Что такое? Все, поехали за мной. Успевай только. Нихуя себе, народ летает, сука. Блядь. Нихуя себе. Тёлка. Нихуя себе там тёлку отнесло. Слушай, я дамаг не получаю. Мне повезло, видимо, немножко. Я дамаг не получаю. Дамаг не получаю, я без тебя. Я убил, короче, все. Играть не понимаю. Олег, я тачку свою убил, ты можешь со мной приехать? Я все-таки ее угробил, нахуй. Все-таки я бил. У меня вообще бездамажится, у меня вообще ни дамага нет. Полироль хорошая. Я все-таки угробил. Сейчас иду. Да, зайди, пожалуйста, за мной. А то тут копы. Мы просто людей сбили. Причем много. Да серьезно. Копы похуй, нахуй. Где ты? Вот я тут. А вот. Сейчас. Бля, ты реально угандонил ее? Давай, присаживайся. Я вообще. Че ты не садишься? Подожди, да не наезжай же ты на меня. Бля, садись быстрей. Быстрей, еврей. Было прикольно, да? Садись быстрей, еврей. Девиз такой, что ли? Я не знаю, просто смешно окончание. Нет, Бэтмен, наверное, был... Бэтмен же еврей был, да? И фамилия у него, да, соответствующая, да? Брюс Фома. Брюс Уэйн. Уэйнштейн, наверное. Брюс Уэйнштейн. Сука, Брюс Уэйнштейн. Уэйнштович. Вайнштович Брюс. Какой-то немец уже, наверное. Такой немецкий еврей. Брюс Уэйн. Немецкий еврей. А, блядь! Так и написано, да? Бродословно его. О, смотри, там повар вышел. Повара, смотри! Повар выбежал, смотри, блядь. Блядь, это что такое за хуйня? Вот подожди, я балыку позвоню, малый. Кто ты? Кто ты, Лестер? Подожди, я копа сейчас. Ой, копа, блядь. Не убивай, я же расплачиваюсь за твою херню. Я повара пойду ушатаю и умру. Все, я на его колпак слетел. Ой, бля. Колпак? Я пиндаляю ему еще дал под зад. Только пидор.
Подожди, да. Все, сейчас меня убьют. Олег, подожди, пока не прокачусь без меня. А то я что-то не смогу зайти. Без меня, без меня. Не прокачивайся в GTA. Больше без меня. Мы купили только что, блядь, Бэтмобиль. Слушай, а если копа загнать в лос-кастом, что будет? Ну, плохо будет. Ничего хорошего не будет, нам-то точно. Так, стой, Олег. Бля, я случайно сбил этого придурка. Оооо, да, блядь. Ты меня случайно сбил, блядь. Хотя я подозреваю, что это не случайно, конечно. Ой. Да похую мороз, блядь. Почему черного черный костюм полицейский? Почему не делать белый? Жандармия, блядь. Жандармерия. Черная жандармерия. В Сент-Тропе, блядь. Ну почему? Черная жандармерия же есть. Черная жандармерия. Это нет какой-то новой жандармерии, блядь. Черная жандармерия. Лестер. Блядь, я не могу. Мне придется умереть. Ну, умри. Не хочу, у меня машина. Умри, ты только тачку свою. Не, давай я в нее сяду. Зачем? А ты умрешь. Садись, давай, умирай. Давай. Сажись. Ну, подожди. Сейчас. Я так не сяду никогда. Садись быстрее, убью же нахуй. Блять. Все. Хуйня какая-то. А че я не могу сесть за руль-то? А че, ты же за рулем уже был. Ты же ехал. Был в своей. Ой, какой ужас, а. Что ты тут натворил? Давай, умирай. Пизда вам всем. Я отъеду лучше отсюда. Отъедь. Блядь, еще один приехал, смотри, на Бэтмобиле парень приехал. Я уже умер, я уже только с того света вижу. Там чувак такой, блядь. Слушай, а мы так и не решили, Иисус есть в GTA или нет? Ну, есть. Он же предлагал всем купить игру. По предзаказу. А че у меня это самое? Нихуя. Не гробься. Блядь, что вы делаете нахуй? Что это беспредел? Ай, блядь. Вот это нихуя себе, блядь. Стойте, блядь, вы чё? Как их раскидывать-то можно? Подождите меня, я сзади здесь. Становитесь. В каком ты сзади? В каком я сзади? В том, где ты был спереди. Давай назад. Я тебя не вижу вообще. Ты, блядь, куда ж ты... А, все. Вот, ты я жди. Все. Бля, вылези из машины, чтобы мне не было звезд. Убегай. Бегите. А че она не едет? Ты ее угробил, что ли? Как угробил? Она ехала только что. Это нормально. Не надо. Коп, ты как говно стал, блядь. Давай, коп, черный наливной ублюдок, блядь. Убей меня, коп. Блядь, они меня врезались, мне звезды дали. Ты черномазенький, а? Ой, блядь, я тебя убил случайно, ёб твою мать. Я случайно, правда, я это самое, я в копа целился, серьезно тебе говорю, у меня автонаведение. Я ж не очень похож на нигера, да? У меня автонаведение, блядь, работает. Понятное дело, а где моя машина? Вот она здесь. Её что, угнали, что ли? Нет, я. Забирай, она надо мне. Но у меня копы, поэтому она мне нужна. Выйти. Я хочу ее прокачать. Да какие копы? Остановись. Прокачай меня скорей. Алекс, назад. Едь, не туда. Блять, она горит! Ну все, хана тогда. Ну все тогда, все. Давай машина, я свою вызову. А нет, можно огнетушитель ее потушить? Я прокачать не смогу. Я вызову сейчас свою. Блять, точно. А мне денег не хватит. Ну рано или поздно мы бы ее все равно угробили. Блядь, я умер! Мы тебе проехались как по говну какому-то, блядь. Хопы, ебать, ну вы совсем охуевшие твари, а? Вы что творите? То есть ты сейчас заплатил за восстановление моей машины? Сколько? Не знаю. Посмотри, сколько у тебя на счету денег. Я сейчас посмотрю, подожди. Посмотри. Да, заплатил. Ты ради 20 бога. 20 тысяч чем-то. У меня было, блядь, 50 тысяч у меня оставалось, а я заплатил 20 чем-то. Ну ладно, хорошо. Уебенил мне машину, нормально. Ну, уебенил и заплатил сам, в принципе, все логично. Да. В принципе, все правильно. Сам уебенил, блядь, сам заплатил. Я знаю. Так, сейчас смотри, сейчас она подъедет, сейчас быстро, вот молниеносно просто прокачиваем ее. Я ее вызвал, я не помню. Да, вон она. Давай. Ой, это одни гелики, синие, баклажановые. Так, давай. Какой шикарный выбор, правда? Шикарный баклажан, да. Так, смотри, значит, где у нас прокачка? Да. Вот она у нас тут. Так. Заезжаем и прокачиваемся. Вот Лос-Сантос. Давай. Лос-Сантос. Ай, не здесь, ёпта. Блять, как рыба какая-то, блять, Лос-Сантос. Как Палтус, да? Лос-Сантос. Рыба Лос-Сантос.
Как и бьебот. Нельзя модифицировать... А, только в автомастерской в подвижном командном пункте? Ни хрена себе. Бля! Бля, чувак! О, парень! Тихо, тихо, парниш, ты чё? Парень, ты чё, ты какой-то лагерь? Бля, как у шкуриц, смотри, блядь. Ты Лагерфельд, блядь, ты чё делаешь? Там дверь. Он, походу, напросился. Всё, хана ему. Ты понимаешь, что ему хана? Да, 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 да. Ну ладно, мы не прокачаем, мы ее прокачаем в следующий раз. Все, он. Стреляй по нему хотя бы, постреляй. Где он? Боюсь, что не получается мне. Почему? А достань оружие из своих штанов. Не достает он здесь его. Как не достает? Достань. Потому что машина сплошная. Как я тебе выгляну-то из тачки-то? Какая сплошная? Двери. Это у нас двойная сплошная на дороге. А тут нормально. Открой просто. Он не может мне врезаться, понимаешь? А, у меня есть пулеметы. Вот, где он? Давай. Где он? Мочи его, гада. А где он? Я выпал. Так, слушай, Олег, я предлагаю здесь закончить плавник. Хорошо, кончаем. Сейчас. Садись. Я смотрю, ты кончил уже там. О, вот он, вот он. Вот он сзади, конечно. Вот он тут. Блядь. Я опять чувака в фиолетовой футболке. Пока у меня, блядь, остались деньги, я лучше себе тачку восстановлю, блядь. Восстановись, да. Остановите. Два Бэтмобиля. Два, блядь, Бэтмобиля. Три, нас три здесь. Даже три. Ну, подожди, он на крышу залетел, ты прикинь? Он на крышу дома. Давай я уже восстановлю ее в следующей серии, давай. Хорошо. Угу. Все, ребята, мы купили два Бэтмобиля. Я купил Бэтмобиль, Олег купил Бэтмобиль. И еще тут один Бэтмобиль, он просто катался. Вот такое вот дело, блядь. Но если мы его будем модифицировать, то, наверное, в следующей серии, да? Может быть. Я думаю, да, скорее всего. Да, скорее всего, так оно и будет. Пока я себе тачку не восстановил, но мне на модификацию не хватит, Олегу хватит, у него много денег всегда. Всегда много денег, блядь. Вот такие всегда дела. Много денег, голосуйте, да. Надо такой девиз перед выборной кампанией. Много денег, голосуй. Вот да. Так. Все, ребята, мы прощаемся. Да, все, тогда до следующей серии уже. Всего хорошего, пока-пока. Да, всем удачи, пока.